Друзья, здравствуйте! Поговорим в этом видео о базе в Краснодаре. Иногда есть смысл купить недвижимость в горячем ключе, но так получается, что дети растут и им нужно учиться, и так или иначе они перебираются в Краснодар. В Краснодаре находится несколько учебных заведений, в том числе университет, есть технический, там политехнический институт, есть колледжи разнообразные. И возникает вопрос, что база, где находится, будет находиться дети, это вот именно тогда подбирать недвижимость. Потому что дети придают как бы сомнению наставления родителей. Ну, допустим, купили вы недвижимость рядом с университетом, а они захотели в каком-нибудь колледже учиться. И вот подбирают недвижимость там. Кроме того, имеет смысл пожить детям в компании с другими людьми, то есть с другими студентами, и они вот иногда снимают недвижимость там втроем, вчетвером, впятером. Так как раз это делает моя дочь, она учится в колледже, в педколледже Ставропольской в районе Черемушек. Итак, где же покупать недвижимость? Покупать как бы самый простой по доступу из горячего ключа, то есть посмотрим, вот горячий ключ, 50 километрах, вот горячий ключ, 50 километрах находится Краснодар, и самый первый район, куда можно посмотреть и обратить взгляд, это район гидростроителей. Но и здесь есть одна небольшая сложность, что отсюда выехать практически невозможно, то есть когда мне нужно было работать в Краснодаре, то тогда я специально вставал, по-моему, в 5:30 или в 6 часов, чтобы за 7 часов или 8 часов до 8 часов проехать вот эту вот пробку на гидростроителей, вот эту бутылочную горлышко, по-моему, она здесь находится, и проникнуть дальше. Вторая вещь – это место, где вы должны, или где покупать, должны быть трамваи. Ну и третье – это, видимо, парковая какая-то зона, чтобы было недалеко. Карасуны или эти старицы, ну и чтобы было простой доступ как до вокзала, так и до центра. И я выбрал район Старокубанская, здесь вот сейчас вот растут дома, называются фонтаны, и купил там. Так получилось, что строили, и наконец построили. Строилось все это дело практически в аккурат столько, сколько училась моя дочь. И вот наконец все вот это вот дело построила. Наверное, вот в этом домике будет квартира. И сейчас, повторюсь, что оно находится рядом с парковой зоной. Вот здесь вот можно отлично погулять. Здесь находятся дачные или садовые кооперативы. Здесь можно прогуляться, у меня есть даже репортаж по этому делу, по Кубани. Здесь выезд с этого района возможен как на автобусах, так и на трамваях. Ну и в принципе до вокзала, вот этого места до Краснодара, ну примерно час ходьбы. Ну-ка сейчас проверим, сколько здесь примерно по прямой. Так, 3 километра. Даже гораздо быстрее можно дойти. 3 километра, ну это получается 40 минут. До Ставропольской примерно 20 минут и так далее, и так далее. Я буду держать вас в курсе о том, как сейчас происходит вся вот эта вот стройка. Наверняка в будущем тем людям, которые здесь строятся в горячем ключе, и им нужна будет и в рекомендации по строительным бригадам. Я строю в своем старой манере. Я сначала делаю ремонт на ванне. Если ремонтники оказались толковыми, то мы переходим на весь остальной ремонт. Вот такие вот дела. И на будущее, кстати говоря, у меня есть канал на Зене. Вполне возможно, что взаимные санкции приведут к тому, что YouTube будет заблокирован, и поэтому милости прошу на свой Зен-канал, хотя я туда публикую пока видео не
синхронно, не так, как на YouTube-канале. И там пока тусовка не такая активная, как на YouTube. Ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы. И да, если вам нужно подобрать недвижимость в Гречьем Ключе или в Краснодаре, обращайтесь или ко мне, или к моим коллегам, которых вы найдете в подписи. Спасибо.